Как раз 10:30, нормально. Отлично. Так, ну все, я, короче, это, тут. Что, мы начинаем стрим? Сколько стоит пони? Сколько стоит пони? Сколько стоит пони? Что, открываем первые 10 ящиков? Вот смотрите, у нас 45 тысяч. Так, ну короче, что, мы вышли новое М24 в игре Rainbow. Ну, Радуги, короче, называется. Жестко. Вот такая вот. Вот она такая вот красивенькая. Красивенькая. Ну, четвертый уже, кстати, четвертый уже неплохо выглядит левел. Ну, восьмой прям, кстати, нормально. Вот эти светодиоды. Прям прикольно. В общем, мы ее решили прокачать до девятого, так как все пушки девятого левела для коллекции. Ну, и сегодня... Это какая по счету получается? Это какая пушка уже по счету? М-ка, минька, коряк. МКшка, Берил, СЛР, седьмая получается. Седьмая? Да, седьмая. Получается так, да. Ну все, погнали, вот первые 10 погнали. Ящиков. Первые 10 ящиков открываем. Нет золотых. Да блин, ну это жестко. А давай блин, я думаю, может, с бесплатного она выпадет попробовать. Это было бы жестко. Опять нет золотых. Это было бы жестко. Нет, только начали, ребят, только начали, кто залетел, красавчики, вы успели. Мы только начали. Это, да. Это самое начало. Вот, смотри, сколько этих полимеров накидал. Да, нормально. Ни одного золотого. Во, о, золотой. Давай, давай, золотой. Давай, давай, давай. Ну-ка. Ну вот все, она. Вот, все. С первых 30 40 ящиков. 40. 40? Да, 40 ящиков. Ну, окей. 40 ящиков. 42 ящика, ребят. 42 ящика. О, еще золото. Отлично. Все, выбили. О, кстати, это неплохая К2 с батлстатом. Это самый нормальный скин на К2. Ну, здесь, как обычно, нету. Ну смотри за то, сколько скинов новых добавится. О, золотой, отлично. Ну давай, 3 штучки. Я думаю, 2. Нет, 1. Блин. Ну, опять она. Опять К2. Над радугой. О, золотой. Ну вот сейчас М24 будет. Тик-ток. Тик-ток М4. Ну такая М-ка у меня есть. Таких много. Да, уже можно в паб зайти. 10:30. Что-то нормально. Мало золотых вообще. Ну мало, да. Но зато полимеров сыпет вон сколько. Хотя у тебя уже там было же, да, полимеров? О. Тебя слышно очень-очень плохо, поэтому да, если да, есть да. Возможность, громче говори. Ну это я потом сделаю. О, чертеж один. Гроза, но... кстати, ничего такая, смотри. Золотая? А, вот это, да, прикольно. Но мне ну, больше... Мини. Да, миник, кстати, тоже прикольный. Я вот на миник внимание обратил. Прикольный. Голубенький такой. Очень похож, кстати, на миник, который за бесплатно в ивенте был. Так, ну пока мало золотых, да? Золотых очень мало. Обычно бывает по 3 кидает там. Ну да. И считай, М24 одна только. Ну да, кстати, одна еще только выпала. Только М416. Блин, ну офигеть. По факту сыпет такое. Чертеж. Не, нужны М24. Очень-очень маленький шанс выпада. Это получается... Фартануло, что она реально выпала. Реально да. Фартануло, что она выпала.
Вот еще одна. Отлично. Еще одну выбили. Плюс левел. Ну, грубо говоря, да. Плюс левел. Но нужны чертежи. Нужны чертежи. Вообще золотых нету. Давай, может, лобби перезагрузим, не знаю. Что-то реально золотых нет. О, а золотой. Два. Два. Да не, ну это бред. Это реально бред. Как так? Это жестко. Еще золотой. Не, ну это вообще что? Очень мало золотых, очень мало чертежей. Единственное, что хорошо, что можно еще покупать чертежи эти. Да, так, смотрим. Значит, во-первых, старьевщик, оружие. Подожди, оружие. Ну, до третьего уже как бы ее можно улучшить. А, видишь, ну да, мы тут крепко улучшим. Использовать. Ну тут чертежей только. Хотя уже где-то до четвертого она у тебя. Подожди, долетит. А почему? А почему не прокачалась она? Да вот ты, улучшать, нажми, улучшить-то. Улучшить. Ну, убрать. Чего убрать? Ну почему-то он не... А, вот, да-да. Второй есть. Ну и третий. За отходы можно чертежи, да. Так, ну что, мы погнали, значит, что у нас? Сначала распыляем все, внешний вид. А, укрытие, разбор. Разбор. Давай шавышки смотреть. А вон дубликаты так. Внизу можешь. Вот это не надо. Внизу выбор дубликат. Разбираем. Так, этот у меня есть. Разбор. Ну, по 150. Так потихонечку. Ладно, может, никуда не спешим? Конечно, никуда не спешим. Нужно... Офигеть. Да, это жестко. Насыпало. А сколько уже примерно вышло? Сколько у тебя? $400 сейчас потрачено. $400 уже долларов? Да. Ну я ж купил на $400. Охренеть. Это получается, наверное, одна из дорогих самых, да? Нет, это будет самая, по-моему, ну, не самая дорогая. $400 24 000. Ну, скажем, откровенно и прямо, да? То есть самая дорогая, я не помню, коряк, по-моему, самый дорогой. Ну, если так посудить, коряк прям самый имбовый, мне кажется. До сих пор скин. Столько гроз золотых. Вот сейчас они сделали вот эту вот внешность, вот эту всю. Я думаю, что следующий скин им нужно сделать какой-то жесткий такой прям. Мужицкий такой. Чисто мужицкий скин сделать. Я думал, она будет какая-то, ну, там, 24, я уже рассуждал, думал, там, с черепом каким-нибудь будет, там, так, вау, прям. Ну, смотри, просто... Вот, за, что за эмки за эти? А, подожди, за эти эмки? Ну да, дает по 400. Пока 2 за 200 дает всего, но это очень мало. Помнишь, раньше, по-моему, да, давали за Battlestat около 800, да? Первые пушки, которые прокачивали, там около 800 давали вообще. Следующий скин на ревик. Да нет, там, по-моему, что-то аук, по-моему, будет, что ли. Но я очень хочу... Ты бы какой скин следующий хотел прокачивать, чтобы... Слушай, я думаю, калаша надо. Ну, калаш надо. Ну вот калаш, да. Смотри, вот SLR-очка ничего такая, да? Ну да. Что скажешь? Голубенько. Нормально. Я говорю, вот миник очень похож, который этот был с ивента. За миник вообще практически ничего не дают. Как добывать полимеры? Вас ничего не дают. Вот как добывать полимеры? Ваши емки по 50 рублей. Ну, я предлагал Косте, говорю, давай сделаем вот таким образом, то, что будем продавать, просто покупать что-то подешевле, это пылить. Ну, Костя мне на что на это ответил, что, блин, слушай, я не хочу париться.
Так ведь было? Совершенно верно. Константин не хочет просто париться. Поэтому такая история. Много народу смотрит нас. Уже 100. Чё? Уже 100. Уже 100? Как я... А сколько мы примерно сундуков открыли, интересно, надо будет потом посчитать. 40. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Потом, ребята, 40... на ютубе. Подели 45 тысяч на 1800. Блин, ну это почти на 2. Это где-то 18. Давай, я поделю. А, нет, 23 где-то. Нет, что? Чё, какой 23? 230 где-то. Сейчас. Ну, 23 по 10. 45. Делим на 1800. 250 сундуков. Ну, 250. Ну, плюс-минус. Ребята, потом на ютубе, кто будет смотреть, в комментах напишите, сколько всего сундуков открыт. 56. Да не, какой 56? Мы же по 10 открываем. Так. Сразу же. Дошли до ППшек. Тут у меня пушек этих. Мы же сразу по 10 открываем. Смотри, бизончик какой мне нравится. Я возьму. Ну да, кстати, прикольный. Огонь. Тоже один из самых красивых на бизон. Да, жалко вот так вот, ты, когда пушки распыляешь, нельзя дарить, да? Так бы сейчас подписчикам бы всем подарили одинаковые. Ну да, кстати, прикольно было бы. А откуда мы потом полимеры бы взяли? Ну еще бы распылить. Ну, возможно, нам бы подписчики подарили, да? Что-то бы такое, что можно было распылить. Да, что распылять можно было. Это было бы тоже круто. Потому что я знаю, что у многих лежат чертежи, а пушек нет. Есть такие, нет? У которых просто лежат чертежи и нечего улучшать. Смотри, юмпик какой тоже тебе понравится. Да, юмпик, кстати, прикольный. Прикольненький такой, нежный. Нежный, ну все в реалиях PUBG в последнее время. Ну да, все в реалиях PUBG. Вот я и говорю, вот сразу навалило плюсы. Как будто в PUBG, ну, может там, знаешь, мисс Юли там или кому-то еще, наверняка такой скин понравится. Ну это девчачий. Ну, типа, для девчонок. Но опять же, скажу так, что многие девчонки, которые играют, они тоже любят мужицкие, сука, скины. Мужские. Ну, мужские. Мужицкие, это ты... Мужицкие, это что значит? Ну-ка, скажи. Так, вот пистолетик какой-то новый. Что значит мужицкий? Ну, 17 тысяч полимеров, это тоже крепко. 7 чертежей, ни одного улучшаемого, вот пишут. Капец. Это очень жестко. Вот мы бы взяли твой чертеж. Я не распылил, подожди, она как? МВ? А, снайперская винтовка. Почему я не распылил-то? А вон она первая. Она внизу, ты испугался. Три чертежа, 800 полимеров. За М24. Заблокировать это. Так, на чем мы там остановились? Пистолетом. Это ближний бой. О, ломик такой оставлю. Ломик имба, в последнее время часто попадаются. Ну, у тебя, смотри, гитара за место ломик. Да. А еще скин на серп есть. Неплохо. Ну, в принципе, все распулили. Что-то у нас внешний вид еще горит. Оружие. А что это, шаве? На угону. Укрытие, разбор, шаве, винтовки. А вот они. Ненужные. Можно в старьевщике еще купить, получается, этих чертежей, да? Ну, понятно, чертежей, да? Купим все, сейчас, погоди. Оружие. А, старьевщик. Сколько нам тут надо чертежей? Получается, у тебя... 6 штук. На 6 штук. 6, на 6, так, 36. Ну, в принципе, неплохо. Так. Ну это четвертый левел будет. Пятый левел. Ну вот четвертый есть. Пятый левел за 400 баксов. Пятый левел есть. Пятый левел $400, да, получилось? Нормально. Ну, нам не хватает чертежей и полимеров. Так. Ну это самое жесткое остается, это капец. Ну, берем джекоины, опять $400. Добавляем $400. Это жестко. А, все, они прошли. Офигеть. Это очень жестко.
Не, ну вы видите, да, что мы не стараемся тянуть. Это капец. Это жестко. Надо будет спросить про впечатления потом, пусть. От этого оружия. Так что сегодня вечером будем играть с пушкой прокачанной. По счету это уже 7-я пушка, которую прокачиваем до 9-го. Единственная пушка, которую мы не прокачали, это новый берил, потому что старый уже есть. 9-го. Ну все, вот еще у нас есть 46 тысяч джекоинов. 46, укрытие. Ну что, опять погнали? Давайте, с кайфом. Давай, давай. Нам нужны чертежи. Чертежи. Это, получается, нужны золотые ящики. Нам надо, я посчитал, 16 чертежей. О, золотой. О. Ну, блин. Я почему-то, когда вижу над радугой сразу, я думаю, что это М24 будет. Ну, вот тут должна быть. Давай, 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 роднуля. Один ну, есть. Чертеж, но это очень мало. Дай, надо М, М-очку. Да. Е, нормально. Плюс одна, плюс одна. Плюс одна, плюс одна, надо еще. Это уже 6-й левел будет. 100% 6-й. Это уже Battlestat. Но на 8-м там прям конфетка как выглядит. О, 2. Ну дай М-очку еще. Давай 2 сразу. Да ё-моё, ну как вот так? Как так? Ну это же жестко. Негодник, просто негодник. Нелогично, там где 3 чертежа. Нет, нелогично открывать сундуки, где 3 чертежа. Знаешь почему? Потому что плюсом тебе еще за одно золотое оружие, легендарное, дают просто, еще смотри, и 800 полимеров. Нету. О, только сказал. Дай М24. Костя, да, ну, пишут, Костя с детства копил деньги, что ли? Чего пишут? С детства деньги копил. Сейчас, погоди, тут музыка это пройдет. Чего Костя с детства? С детства деньги пишут, копил. Работайте, ребят, и все будет. Давай лобби перезапустим. Мне кто-то писал, что, типа, когда лобби перезагружаешь, там... Короче, у нас за $400 получается. Да это очень жестко. Это очень жестко. Они не падают. Они не падают. Ну вот золотой. Ну, хотя бы еще одну М24, ну дай. Одни клаши. Это жестко. Откуда брать чертежи? Ну, это очень дорого получается. Один чертеж, но это... Так. Ну да. О, два золотых. Давай две М24, две. Так, Игнат, ну, держим кулачки, должна быть М24, хотя бы одна. Нет. Да нет. Ну нахер просто, ну это чё? Ну это жесть. Это реально жесть. Пятьдесят ящиков осталось. О, ну, пожалуйста. Давай, давай, два золотых. Есть. Нормально. Ну, а хотя бы еще одна. Еще да это, одну. Это жесть еще вообще. Одну. Это как дорого получается. Ни одно оружие так не было. Да одни тиктоки падают. Это что? Это что? Лобби, говорят, надо перезагружать. Ну, мы уже тут все тратили. Осталось 30 ящиков. Да, давай еще бесплатный потом откроем один. Что? Бесплатный попробуем один открыть. Не слышу, что говоришь? Один попробуем бесплатный открыть потом. Ну, бесплатный попробуем, хорошо. Да ну зачем мне этот калаш, а? Это жесть. Это жесть. Ну, в принципе, все. Пока. Так, магазин так. Зайди, магазин сразу купите и один бесплатный откроем. Попробуем. Вдруг прокатит.
предметы. Этот, вот да, вот это. 10 сразу вверху. Ну все, перейти сразу. Если прикиньте, упадет. Нет. Серебряный. Да. Жестко. Это очень жестко. Так, ну что, приступаем к разбору, а потом к прокачке. Да. Давайте разбор. Шавы. Погнали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Разбор. А сколько выпало? Мало. Где-то седьмой левел точно сейчас, да, будет? Получается. Седьмой 100%. Седьмой точно 100%. Мы должны же остановиться. Да, но это уже 800 баксов. Это 800 баксов уже потрачено. Это капец. Очень мало падает. Очень маленький шанс. С первых 40 ящиков упало М24, и потом только на 200 ящиках, что ли, упало. Но это очень жестко. Это очень мало падает. Не знаю, как у кого, но... Не знаю. Были моменты, помню, когда там по 3, да, ящика золотых. Ни разу 3 золотых не было. Да, кстати. Ни разу не было 3 золотых ящика. Ни разу не было 3 золотых, да. 2 было. Пусть кстати, он нажмет выбор дубликатов. Да там на выборе дубликатов у него сбрасываются эти. Но я ему говорил, что нужно заблочить просто. Поэтому таким образом. У меня нет, почему на выборы дубликатов, они все равно как бы, ну, я не люблю, когда вот горят вот эти вот скины и оружие, поэтому все равно приходится щелкать, поэтому проще прощелкать, ну, вот так вот. Прощелкать. Это вот сколько ТикТок, сколько ТикТок стоит сейчас на ТП? 200. 200 рублей? Нет, я не знаю, сколько ТикТок стоит. МВ, погнали. Четыре золотых падало за... Мне только 2 золотых с бесплатных падало подряд. 4 вообще ни у кого я не видел. У меня никогда 4 не было. 4 не было, да? Я купил бы новый ПК, пишут на эти деньги. Посмеялись, спасибо. Так возьми, купи ПК. Кто-то ПК покупает, кто-то пушки. Кто-то ПК покупает, кто-то пушки. Кто-то заказывает это... Но это в рифму дальше должно быть. Я не буду говорить. Скинов море, да, Костя же? И самый прикол, что используются все равно эти. Жесть. Это очень жестко. Ребят, не забывайте фоловиться. И также напоминаю, что кто пропустит... А, ну вы все равно где-то будете смотреть, поэтому... Кто на ютубе будет смотреть, с вас лайк. 100%. Лайк. Интересно, сколько мы всего кейсов открыли. Вот прям это жестко. Спрашивает Костя, на чем катаешься? Ламба или Фера у тебя? Че, ламба или? Ламба или Фера? Феррари. У него есть кабриолет. А расскажи, да. Какой? Очень, очень крутой. Вот, вот и все. Круче ламп. Все, получается 6 чертежей, да, это 8. Нам не хватает... Блин, нам до 9 уровня чертежей не хватит. Полимеров хватит, а чертежей нет. А у нас еще в старьевщике куплен. Ну да, нет, я понимаю, что... Ты уже посчитал, да, это? Да, да. Угу. Нет, старьевщик я еще не считал. Сейчас посмотрим, понял. Сколько в старьевщике. Но в старьевщике еще 6. А нам надо было 16. То есть чуть-чуть чертежей не хватит. Что будем делать? А какие я есть предложения? Ну, я в этом месяце уже не могу закинуть. То есть я, получается, в том месяце закинул 400, да? И в этом месяце 400. То есть ждать сентября только. Сентября ждать только. 800 баксов, ребят. Это жесть. Это очень жесть. Добрый, добрый, Бахмет, добрый. Сколько народу-то нас уже смотрит? 150. 150.
Уже 150, крепко. Да это самая дорогая пушка, которая вообще в игре. Не, почему самая дорогая? Если брать на рубли, то не самая дорогая. А какой, коряк, что ли, еще дороже был? Коряк дороже был. Даже с учетом того, что до девятого, типа? Да. Коряк был дороже. Это жестко. Это жестко. Корейцы довольны, порадовал с утра. Зарплату кому-то. Сидит какой-то вот этот один кореец сейчас такой. Yes! Купили. Про канал. Не дам золотой ящик. Такой... Не дам. Кто мое говно взяли? Вот так вот он сидит. Мы стрелять-то сейчас пойдем. Кто-то купился, говорит. Игнат. Ну, конечно, пойдем, конечно, пойдем. На восьмом, конечно, она эпично там смотрится. Ну, главное, киллфит на шестом левеле. Не как новый берил вот этот. Не знаю, что у них там тут было. Что у них там, да, с головой стало. Это вообще жестко. Так, ну что, в старьевщик заходим. Блин, 2600 всего лишь. То есть, это 4. 4. Что? 4, подтвердите. Чертежами мы обламываемся крепко. Угу. Ну, это из-за того, что одни тиктоки падали. Вроде золотых-то норм. Упало. Но там одни тиктоки падали, это жесть. И смотри, кстати, скинь ящика трофеев у тебя на седьмом левеле. То есть у тебя по факту все будет. Тебе единственное, что это потом. Ну, максимум, что могли, закинули. Как бы, ну, Костя, подожди. Максимум. Так, скин прицела. А, ну смотри, у нас получается 6600 и 7400. Это 14 тысяч. То есть нам не хватает 3000 полимеров и... 5, 6, 11. Да, это жестко. Да. Ну подожди, я сейчас посмотрю, что там у меня осталось. Ну это жестко. Просто купили? В связи с еще с проблемами, как бы это. А, не хватает. У меня 2887. Значит, я могу купить вот это. Два раза. Нет, 1513. Нет, один раз. Как думаешь, может, по одному пооткрой? И так меньше шансов. Все. Я как бы испотрошен. Укрытие. Да. Ну все, я как бы закинул бы, докачал до 9 уровня, тут фигня осталась, да. Но я не могу, потому что, видите, мне не закинуть денег никак. Так, старьевщик. Старьевщик, контрабанда. Ну что, сколько у нас еще ящиков открываем? Нет золотого. Да, это жестко, конечно. О! Да. Ну да, вот как... она, вот она, ну, нормальная. До восьмого, да. Блин. Нормально. Пошла жара. Ну, красиво будет, зато там будет. Не хватит. А, не хватит? А, подожди, ты же еще купить сможешь. Чего еще? Старьевщики-то ты купить еще можешь, чертежи. Нет, не хватает, видишь. А, там 600, блин. Ну, давай по одному, что у тебя 900, будем или не будем? Не, пусть 900 останутся. Ну, как бы. Тут такое. Да. Это... Это ультра невыгодная пушка. Получается. Так. Со всеми этими... Со всем... как это правильно-то сказать, чтобы не обидеть? Негативом, да, который вылился на эту пушку у людей, потому что это все-таки, ну, мужицкая игра. Ну, нет, не то чтобы мужицкие девчонки в нее играют, просто, как это правильно-то сказать, игра не казуал, что ли? Не знаю, как по мне, что-то жесткое хотелось бы такое. Надеюсь, что именно когда выйдет на коллаж скин,
то там прям нормально, жесткое будет. Да. Так что, ребятушки, извиняйте, что не смогли докачать, но вы поверьте, тут как бы не мы виноваты. Ну, ситуаций. Да. Денег сейчас нельзя закинуть. Максимум закинули. А сколько даже? Не 800 уже. Сколько денег вышло? 800. Подожди, 800 это ты покупал только эти, а ты еще... 51 тысяча рублей. Так. Что там у меня еще? Строгий ган, да, хочется строгий ган. Вот прям лучше не скажешь. Строгий ган хочется. Очень хочется строгий ган. Строгий ган. Ну, оружие. Ну вот не хватает. Два. Это жестко. Два и, ну, как бы, как, но она как красивая магия будет, но она все равно прокачается. Нет, она все равно будет у меня 9 уровня. То есть, да, бы... давай мы сделаем вторую часть этого ролика. Это жестко. Так, сейчас вторую часть этого ролика. Что вот эта гроза мне очень понравилась, я хочу ее иметь в виду. К2 мне вот это понравилось, тоже хочу ее иметь в виду. Шиш. Потом, где тут? Значит... Да, это жестко. Снайперские винтовки М24. Все. Ну вот хотелось что-то вот такое же, вот как был М24 скин с укрытия. Вот что-то такое же хотелось бы. Только прям там с черепом. Вот так вот, чтобы он там... И там ролик, кстати, можно было бы крутой записать. Не вот этот няшный, где там радуга там летает. Там все классно. Не убивайте друг друга, ребятки, живите дружно. Ну вот, а где там череп такой заглатывает там. Ну блин, мне можно было бы этим идти, креативщиком, короче, работать у них. Кайф. Так что вот, ребят, такая вот история. Костя, как ваши впечатления? Чего? Как ваши впечатления? Да мои впечатления более-менее, как бы, ну, единственное, говорю, очень обидно, что я не смог показать, что я прокачаю ее до 9. Ну, ребята, я ее точно прокачаю. А мы покажем, да? Покажем. Да. Мы покажем. То есть осталось чуть-чуть. Полимеров хватает, остались только чертежи. Ну, что сделать? Ну, это фигня. Да. По большому счету. Там, по-моему, у нас раньше же, да, помнишь, было, когда мы качали, наоборот, да, было? Чертежей много, а полимеров нет. А и полимеров ты такой, хватало, блин, да, цыплешься. А тут наоборот. Так что, ну, это такое. Хотя много и золотых было, но еще раз говорю, тикток ящики, тикток эмки падают, вот это вот все. Блин, это очень жестко. Это очень жестко. Не знаю. Как по мне, можно было бы сделать... Сколько человек-то сейчас смотрит? 150 также. Это на Твиче? Да. Сейчас повисите секунду. Ну, это на телефоне. Отойду. Так, ну и все получается, да? Прекратить стрим. Ну, отключаться мы не будем. А, подожди, надо Discord закрыть. И... на стрим пока. Открыть. Это очень жестко. Это очень жестко. Опять так. Нету золотого. Так, спущу. Да не, это что вообще? Золотого. Капец. Во. Один. Ну дай, М24. Да ё-моё. Говно. Может, обе реально как-нибудь перезагрузить, там, говорят, помогало. О. Ну. Да. Ё, нормально. Пошла жара. Еще надо. А там у тебя за эти можно купить. Во. Ну. Давай, еще одна М24. Родной, еще одну. Бля. Говно. Ну. Ну вот тут точно должно быть много серебряных. Есть! Да. Все, 9 уровень. Все, 9 уровень. Кайфули. Два золотых. Кайфули. Еще одну. Может, не надо? Есть! Ошалеть.
Так все получается. Ну все. Я даже джикоины оставлю, тратить не буду. Так, укрытие, разбор. Шаве, погнали. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. 11, 12. Все, есть разбор. Короче, получается $900, да? Ну, грубо говоря, да. Да. $900 стоит скин на М24 девятого левела. Ну, 10-й там смысла нет. Там, типа, добавляют батлстат на выстрелы в голову. Это такой си. Но убийство есть, и ладно. Да. Типа, бесполезная там уже трат. Как деньги на Steam закидывали, спрашивают. Ты знакомый? Чего? Как деньги на скины закидывали на Steam? Могу человека дать, он там берет комиссию 5% и закидывает. Если кому-то необходимо номер телефона дать. Надо кому-то, нет? Откуда столько денег? Работает человек. Блин, три эмочки, ой, три этих. Сразу 9. Нормально. Там еще купить у тебя можно же. Ты же не покупал так ничего. А зачем мне хватает? Мне не хватает. М-ку до 10. Там скин прицела, прикольно. Чего? М-ку до 10 можно вкачать, если хватит. М-ку до 10? Там скин прицела, прикольный. Посмотрим. Сейчас на распродаем всего. Да, у меня точно тут хватает. У нас через Каспий банк можно закинуть. Нормально. Чего можно закинуть? Через Каспий банк какой-то можно закинуть, говорю. Так, я на телефоне, секунду. Через МТС-банк можно еще. Нормально. Так что вот такая вот история. Все это очень-очень дорого, конечно, выходит. Посчитайте на скины... Квартиру в каком-нибудь поселке можно купить. Хорошую. Трехкомнатную. За 600 тысяч рублей. Что происходит до 9? Да, до 9 качаем. Не, ну на 9 она хорошо смотрится. Прям нравится. Так, укрытие. А что у меня? А, я еще и 3 чертежа могу купить. Купить 3 чертежа. Ну давай, что пусть будет. Все равно потом. А, 2. Подожди. А почему 3 не могу? Потому что 1800 на. А, точно. Закрыть. Так, оружие. И... барабанная дробь. Та-да-дам. Восьмой. Восьмой. Не, ну на восьмом она уже приятно смотрится вот с этим. Типа со светодиодами. Да. И? Девятый. Миссия выполнена, как обещал. Миссия комплетед, блин.